Странно, конечно, он завелся, но тяги у мотоблока нет. Дорогой, вот это нам, да? Блять, ну сейчас вы торожу влетите. Там основное это. Звука в этом году много. Полтора килограмма, три вот такие головы. Потом будет писать, да? Скажи, как вообще думаешь? Что ты как молчал? А? Мне интересно. Ну что, раз, ну что скажешь? Так, что мы имеем? Мы имеем площадку. Это старая самодельная площадка, которую я изготавливал для... Так, у нас получается... Вот так вот. Это вперед. По-моему. Уже не помню, бля. Сейчас проверим. Так, что, достаем совершенно новый мотор. Приступим к делу. Как обычно. Вот. Так, здесь что имеем? Ключ какой-то. Отлично. Так, ну и здесь сейчас достану. Так, ну вот такой вот двигатель. Вашему вниманию. У другого двигателя, у того старого, был бак белый. Что, будем прикручивать? Разбираться на голову в этом такси, да, входит. Ну сюда 600 грамм масла. Вот она как раз. Но она уже хватит, наверное. 600 грамм, да. Как думаешь, заведется с первого раза или с какого раза? Не знаю, посмотрим, какой перекрестится надо. Теперь это я вытаскиваю. Ну херово знает.
Так, вот такая вывеска была на нем. Внимание! Обратите внимание, что новый двигатель подставляется без масла. Перед запуском двигателя залейте моторное масло в картер двигателя. Перед запуском двигателя откройте топливный бак. Так. Бать, приподели, кстати, чуть. Еще немножко. Так, масло залито. Перед запуском двигателя откройте топливный кран и установите выключатель зажигания в положение ON. Включено. Положение ON. Идет ход. Лизани. Интересно? Да. Не помню. Не помню? За 30 лет был такой интересный парень. Оторви выбросили. Что такое испортило? Бросил пить курить. Хуй слово выдавишь. Ну ладно, не будем матом. Так, ну что вот, можно сказать? Начинается процессор. Вот, мясо белеет. Приобретает такой беловато, тонковато, рыжевато. Обалденный вкус цвета. Вообще, сколько по времени будет готовиться? Часа полтора? Где-то так. Да. Полтора часа молчать будет. Может, скажу слово. А это какими вот лучше? Морковь для чего вообще пускается? Ну ты пи, блядь. Ну как? Ну ты вот для веса. Свой вкус вот покажи для веса. Ты больше был, что ли? Да. Для веса. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Кот зовет за морковку. Эй! Так, ну что, мясо идет, процесс идет. Так, ну что, пока Валентин Николаевич все тут режет, крошит, немного прерываемся. Рекламные паузы, как говорится. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да?
Переживаешь? Я за тебя переживаю. Thank you.
Так, ну что можно сказать? Все, двигатель завели. Вот стоит он. Тарахтит, работает. Красиво плывут. Кто? Вон та группа в полосатых купальниках. Культурные козлы. Идет за хозяйкой прям как. Вот. Ногу в ногу. Так, ну а что, мы пришли смотреть урожай этого года 2019. Картошка, болванка, во, они прям наверху лежат. Но уже пошли в эту штуку, как они правильно называются. Петр Первый, который заставлял жрать бояр вот эту штуку. Картофель. Не вот этот картофель. Как вообще история-то вот, насколько я помню, как картофель привезли? Это Петр Первый же вроде привез. Вот, ну, попробовал он, посадили. Вот, и первый год вот. Они не знали, что кушают вот это. Вот, а думают, кушают, что вот эти вот зеленые, вот, смотри. Ну, вот эти вот штуки. Они сверху, как семена, что ли, я не знаю. Да, вот все попробовали, приготовили по тому же рецепту. И что, история там дальше. Короче, не понравилось все это дело. И Петр Первый решил все это дело спалить нахрен. И вот крестьяне, короче, разожгли костер, все поле сожгли. И после пожара уже, попробовав нормальную картошку, она уже запеклась, им показалось это вкусно. И вот так вот картофель пришел в Россию, как сказать, удержался. И теперь это второй хлеб. В этом году свекла интересно зашла. Все пошли в семена. Вот так все стоит. Это 2019 год. Но это семена, наверное, я не знаю, кто это, что, как, почему так получилось. Такие вот дела здесь у Валентина Николаевича в огороде. А, да, кстати, в этом году и тыков вообще, вот, кабачки, патиссон или как правильно. О! Вот такие корнеплоды. Просто чудо какое-то. О, блин. Вот как они тут примострячились. Просто какое-то чудо. О! Сколько тут мерседесов, как в мультфильме у Золушки. Вот какие. Какие хочешь, выбирай, блин. Как автопарк, блин. Так, ну это я не знаю, что-то вишни, что-то здесь груши какие-то. Растения. А, вот одна не пошла. Две штуки не пошли. Так, вот одна. Ну, может быть, и пойдет, конечно. Ну, все, прерываем наш фоторепортаж. Так, ну что, батя едет вот на новом сердце. Душа, конечно, у нее поет. Это все-таки не пешком. Шепчет. Что, откроем, Вадимка? Давай. Как всегда, пришел на помощь.
яблоком. С яблоком. В этом году яблок очень полно. Год урожайный, вон, куда на какое дерево не посмотри, везде все вон. Усыпано, вон. Просто ужас какой-то. Что, задом хочешь так что? А, ну знает как. Газу дай! Газу, газу! Толкни, Вадим. Дай-ка заеду. На. Дай. Дай заеду. Давай мы с тобой. Вон там. Ладно. Это? Да. Вон туда, на трубу. Что, туда закидать? Я закидаю. Ты сильно не морозь. Вадим, помоги. Это, возьми это, чубак, сейчас это. А ты кидай. Ну вот это туда. Вот туда? Вот туда. Да. Только не помного. Ты и это, ты да. За один раз хочешь, блядь. Не получится один за один раз. Во. Ты соображаешь, хули. Вот так скрываешь, блядь, да? Да. Вон ты еще, блядь, потом... После будет возможность. Вон... Лошадь, коровье говно наверх положишь,
Она гореть будет заявить. Сейчас она прет только будет. Но все равно. Прет. Ничего, заебись, идет вовсе. Скорость не перекусал, тихонько идет, как муравей, блин. На другой голос. Как у Анушки? Наверное. Лучше. Хотя у Анушки только там. Сильвестр. А ты снимаешь? Снимаю. Вдруг услышит. А? Вдруг услышит. Пошли, да, Вовка, вон тут, вон на брюхо смотри. Вот эти две стыки никакие. Вот тут. Вон тут. А тут абрикос, что ли? Тут или черешня, или чангрю. Вот тут хуй знает. Или груши, блядь. Вот тут, смотри, есть что такое здесь? Не знаю, что-то. Что-то есть, блядь. А вот эти вот хорошо. Вон тот, вон, плохо пошел, блядь. Пирожки-то надо отрабатывать. Пирожки? На баню зарабатывать, да? Да. О, там червяков, смотри, сколько уже. Без бани, наверное, не пойдешь сегодня? Нет, конечно. Вот эту, блядь, Вов, площадку вот заровнять, вот так выше сделать, да? У тебя яблоко, сука, хоть вино ставь. Приходи, ставь. Приходи. Бери. Можно? А я это какое? Не могу вино сделать, и КамАЗ. Батя не научил меня. Не научил? Не. А что там много ума, что ли, надо? Там нихуя, ничего не надо. Закинул, помял и все. Ну я тут, наверное, надо ставить там, блядь, это трубки, наверное, блядь. Он сообразит. Все, Вадим. А если хочешь, блядь, все. Самогон. Он яблоки. Вот такая куча получается. Яблоки, потихоньку все это для перегноя. Выкидывать в этом году не хотели. Будем использовать ее для удобрения. С навозом. Вон там еще куча свиного. Ну что, погнали? Болезнь? А привычка? Зачем привычка? Яблоки выкидывать, во враг выкидывать нахуй. Это когда-нибудь свое отработает, блядь. Если вот вцепил, сейчас пришел бы, что ли, блядь, за так работать? 100 грамм. 100 грамм, нахуй. Ну, это святой, да? А там... Там и литр, блядь, стоит. Стой, ты чё? Что в конце? Зачем ты сюда? Ты едь вот. Ну, сейчас ты там поднялся. Сейчас ёбнись, блядь. Чуть не перевернулся, блядь. Тут столько контента сразу. Чуть не произошла авария. Ты первый. Ну,
Так, дверь закрываем. Стой! Подобри здесь палку, Вадим. Вот это? Нет, там... Ну все. Дело сделали. Да ладно, мы дойдем.